первый раз на Олимпиаде по финансовым рынкам Анастасия Кузьмичева заявила о себе в прошлом году. Успеха не добилась. Тогда юная леди собрала всю волю в кулак и попробовала свои силы в марте этого года. Старания школьницы были вознаграждены. Она заняла сразу 3-е место. При этом от 2-го отстала всего лишь на 1 балл. И это несмотря на всю сложность задания, нехватку времени и подготовку к ЕГЭ. Я готовилась в течение этого года. Старалась заниматься, читала книги, хотя было тяжело совмещать с экзаменами. При подготовке пришлось заручиться помощью преподавателей техуниверситета и специалистов Федеральной службы по фондовым рынкам. Настя побывала в Совете Федерации, Межбанковской валютной бирже и теперь твердо знает, кем она станет в будущем. Я теперь точно знаю, что хочу свою жизнь связать с фондовым рынком. Мне это больше всего интересно. Эта Олимпиада последняя в моей жизни, сказала себе Настя. И потому что школу заканчивает этим летом, и потому что будущему финансисту важны и свои нервы, и душевное спокойствие. Андрей Жиляев и Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».